Да, Дуда, плей. Ух, поехали. Так, образование. Так, у меня же высшее же есть образование. Давай это управление временем еще раз в какой-нибудь пройдем. Окружающим. Угу. Мы не можем быть эффективны на 100%, если не координируем свой личный тайм-менеджмент с окружающими, коллегами, руководством, подчиненными, родственниками, клиентами. Донесите технику. ТМ, что тут значит ТМ? Технику. Для вашего руководства. Мотивируйте и зажигайте подчиненных идеей. Угу. Постепенно внедряйте тайм-менеджмент у подчиненных. А тайм-менеджмент это значит. Так, ну что, я согласен. Освобождает время 8 часов, 4 часа. Так. А, подожди, у нас 115 тысяч. Давай вклад в банк заходим. А депозиты. Давай сюда еще положим на ставку 5%, но мы зато можем... Подожди, почему так? Я же хотел 100 тысяч положить. Подожди. У меня же 115. Раз, два, три. 57 только. А, в смысле, а 60 тысяч не могу положить? Раз, два, три. Ладно, пополнить. Да, странно, конечно. Так, доходы 240 рублей всего лишь. А, налички. Нет, я смотрю, доходы всего. А у меня налички-то было меньше. Ладно. Так, возможно, смотри, недвижка, бизнес. Время у нас сколько? 14 часов. Так, ну давай недвижку. Мало и там ничего нету. Среднюю, давай посмотрим среднюю. Смотри, 1 800 000 мне никто кредит не даст. Ай, смотри, какой шикарный большой дом. Добротный жилой дом для сдачи в аренду. Всего лишь 1 час времени занимает. Цена 1 800 000, доход 12 400, блин. К сожалению, у меня не хватает денег. Денег не хватает. Ну да, а денег-то дофига, миллион-то. Конечно, никто мне миллион даст, у меня доход-то всего лишь. Сколько? 70 тысяч. Хотя, в принципе, могли бы дать этот кредит. Странно. Странно. Так, аренда выросла, дача на 1000 рублей. Нормально. Это я все понимаю. Так, спасибо, это не надо мне почитать, я уже читал. Так, бизнес, недвижимость, акции. Так, по времени, ну давай недвижку посмотрим. Недвижку среднюю. Студия под ключ. Квартира, студия на стадии котлована. Цена точно вырастет после сдачи дома. Так, а что мне значит? Выгодно продать я смогу потом, да? Ладно, покупаем, возьмем кредитик, оформляем. Так, покупаем. Все, купили мы эту студию. Так, дешевый рекламный щит вырос на 660 рублей. Спасибо. Так, рекламный щит вырос на 700 рублей. Спасибо. Так, новое знакомство. На дне рождения своего приятеля, благодаря своим навыкам общения, вы нашли общий язык с человеком, который, как оказалось, имеет широкие взгляды и опыт в дизайне. Быть может, он сможет стать вашим партнером в деле, требующем особого оформления и подхода. Опыт дизайна. Спасибо. Хорошо. Так. Да, не хватает. Мне нужно денег побольше. Так, смотри. Наймите директора. Вы можете нанять директора для бизнеса ломбард, чтобы высвободить свое время. Снижение дохода от бизнеса 9 тысяч. Но зато экономия времени на бизнес 50%. Освобождение времени 25 часов. Что, нанимаем? Сколько у нас приносит ломбард по деньгам? 22 тысячи. Это что, на 10 тысяч у меня упадет, да? Все. Ладно, давай, 25 часов зато у меня будет. Плюс время, но меньше я буду зарабатывать. Ничего страшного, абсолютно. Зато больше денег. Так, недвижим. Бизнес. Подожди, что у нас там времени освободилось? Да, бизнес малый. Настройка компьютеров. Так, требуется аж 30 часов. Но стоимость часа небольшая. Ну, а, смотри, рентабельность инвестиций написано аж 1100%. Доходы 4600. Ладно, соглашаюсь. Так, минус 30 часов, зато у меня доход 4600. Че-то как-то нет. Ну ладно. У меня на ломбарде я больше зарабатывал. Ну ладно. Так, смотри, копирайтинг, специализация. Вы концентрируетесь на написании рекламных материалов. И это дает свои плоды.
Ага, плюс 0%? Что за плоды такие-то? 0%. О, нет, что это такое? Подожди, в смысле? Обновленный деловой гардероб, шикарный английский костюм. Зачем это тебе надо? Туфли и эффективный кожаный портфель. Это ваш билет в высшие круги. Цена 53 тысячи рублей. Ты сумасшедший. А, офигеть, Леонид, ты чё? У нас цель какая? Купить квартиру в центре города, а ты взял костюм, купил на 50 тысяч. Да. Так, давай попробуем семинары, посмотрим. Так, искусство общения уровень 3. 3 месяца, разовый платеж 125 тысяч, межличностная психология, наивысшая ступень. Как разговаривать с кем угодно, когда угодно, о чем угодно. Так, бизнес в стиле фанк, доход 5% от бизнеса, то. Спасибо. Так, дальше, опять-таки, бизнес, а у нас по времени сколько, 20 часов, ну, давай посмотрим, малый бизнес, mail сервис, 60 часов занимает времени, нет, спасибо, нам такое не надо. Так, опять мы бизнес, будем смотреть, нет, давай недвижимость посмотрим, малый там нет, ничего, в среднем. Ух ты! Ух ты, опять там продают квартиру, да? Ну что ж, возьмем кредит, оформим и купим. Ладно, потом, я надеюсь, это мне оправдается, я его продам потом и заработаю побольше денег. Так, старый киоск на 1000 рублей увеличился, спасибо. Так, опять-таки, бизнес, недвижимость, так по времени сколько, 20 часов. Давай опять, недвижимость средняя, что у нас дается? Так, кредит невозможен. Да что такое? Еще, наверное, час времени занимает. Офигеть! Но цена 1 900 000, у меня столько нету денег. Ладно, спасибо. Спасибо, я такое не могу себе позволить. Дальше. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Ага. А вы изучаете предложение на рынке автомобилей. Своя машина может быть вам сэкономить рабочее время. Сегодня вы приценились, Влада Малина. Вы смогли уговорить продавца снизить цену. Вы можете не брать эту карточку. Так, цена 135 тысяч, расходы 2 800, но освобождает 18 часов времени. Ладно, возьмем кредит. И купим. У меня 18 часов освободится. Ну, и, конечно же, к сожалению, увеличатся расходы. Так. Ага, так, смотрим. Бизнес малый. Не хватает наличных, возьмите кредит. Приложение. Рисите создать авторский продукт. Никаких гарантий. Перспективы вообще неизвестны. Для развития необходимо маркетинговое и техническое образование. Требуется времени 20 часов, цена 40. Так, 40 тысяч стоит. Так, а сколько у меня денег? Вообще нету на кредит брать опять. Нет, откажусь пока. У меня столько уже кредитов этих. Кстати, спасибо. Аренда выросла. Мы сейчас будем закрывать кредиты. Ух ты, ваша книга прошла стороной. Ваша выпущенная книга не привлекла внимания читателей и критики. Вы вполне можете попробовать еще раз, но ваше имя пока что остается малоизвестным. Надо выбрать было для людей, а не для этого маркетинга. Эх! Хотя говорили, денег мы вам дадим, денег, ага. Напишите нам, мы вам дадим побольше денег. Ну, никому она не сдалась. Так, ладно, мы сейчас закроем какой-нибудь кредит. Вот этот, дайвинг. А, дайвинг, где дайвинг оставил? Студия под ключ погасим. Сколько мы тут можем погасить, столько и будем гасить. Эх, не получилось у меня. Так, вы успешно окончили обучение. Так, время освободилось 8 часов. Так, спасибо. Так, новый киоск подорожал, гараж подорожал, спасибо. Так, давай недвижку. Малое, ну там мало ничего не было, да? Ну давай еще раз посмотрим. Да, ничего нет. Это просто так я решил проверить, на всякий случай. Так, а ну-ка, подожди. Я хотел, давай что-нибудь погасим немножко. А, вот давай автомобиль немножко погасим. Здесь ставка 15%, то самое. А, дайвинг вообще, смотри, 20% ставка. Давай дайвинг гасить. Нифига себе.
Офигеть. Дайвинг. Так, что, я не погасил дайвинг? А, нет, погасил. Ну, теперь вот эту будем. Ладно, малина, у него 15% ставка. Аж большая сильно ставка, поэтому мы будем гасить. О, мы можем частично погасить. Спасибо. Идем дальше. Так. Так, автострахование. Конечно же, у меня же автомобиль теперь появился. Расход 1500. Вы можете застраховать свой автомобиль от угона и повреждений. В случае проблем страховая компания полностью возместит вам ущерб. Я буду страховать. Автомобиль страховать нужно. Потому что всякие случаи на дороге происходят очень часто. Поэтому страхуем. Да, расход будет, но зато это будет наша... Теперь я не буду волноваться, что что-то случится с машиной, и все прекрасно будет. Так, недвижку выбираем. Малая у нас ничего нету, средняя. Ах ты, 1 200 000. Мне не хватает. Подожди, у меня же столько активов. Подожди, давай посмотрим доходы. Доходы мне приносят так малый бизнес. Недвижимость смотрим. Старый садовый домик, старый киоск, гараж, домик. Новая дача. А где у меня, слушай, пассив? Вот, смотри. Так, квартира под ключ, студия под ключ. 353 тысячи. А, это то, что я плачу деньги еще за нее. Ладно, ну подождем. Ладно, подождем. Так, вы успешно закончили обучение окружающим. Так, дополнительно 2 часа. Спасибо, совет июля. Совет месяца. Так, наиболее перспективные и прибыльные активы можно найти, только обладая хорошими знакомствами и образованиями. Также прибыльный тот бизнес, который может развиваться, который может развиться, мало развивается, средний, это я читал. Спасибо. Так, времени у нас 50 часов свободного, офигеть. Так, сейчас посмотрим. Ух ты! Модный планшетный компьютер iMat с выходом в интернет будет полезен вам в работе, сэкономит ваше время. И он так классно выглядит. Цена 5000, расходы 600. Так, ладно, придется согласиться, потому что здесь выбора нет. Так, согласились. Дальше. Опять. Давай бизнес посмотрим, малый. Потому что у меня, в принципе, в смысле не хватает свободного времени. Алло, у меня свободное время 52 часа. Сколько это занимает? 60 часов. Handmade. Нет, спасибо. Дальше. О, новое знакомство. А во время прогулки в прошедшее воскресенье вы встретили свою давнюю пассию. Оказалось, что это некогда столь близкий вам человек, когда он работает с недвижимостью. И благодаря вашим навыкам общения согласен бескорыстно помочь вам советом или делом, если понадобится. Ну, спасибо. Спасибо. А, годовой депозит. Срочный депозит на сумму 100 тысяч рублей закрыт с процентами на сумму 10 тысяч рублей. Так, спасибо. Так, новый гараж поднялся в цене, рекламный щит, сентябрь. А, так, если предполагаемая собственность не может приносить стабильный доход, задумайтесь, может быть, быть может со временем ее ценность вырастет, и вы сможете заработать на перепродаже. Так, у меня наличка 280 тысяч. Мы ее будем положить на депозит. Бессрочный. Потом мы можем и снять здесь легко. 280 тысяч. Раз, два, три. Пополнить. Так, отлично. На счету в банке у меня 337 тысяч. Спасибо. Играем дальше. Так, управление временем у меня еще есть. Сколько же у меня времени-то? 52 часа свободным и еще дополнительно. Так, а ну-ка, высшее образование. Давай посмотрим. Техническое выберем, да? Или маркетинговое? Давай маркетинговое еще. Так. Будем образование, нужно хорошенечко образованием будем увеличивать свое познание в этом. Так, октябрь. Оптимизируйте бизнес, проходя семинары и тренинги. Ну, это мы и проходим, в принципе. Оптимизация позволяет бизнесу приносить больше денег или сокращает время, которое вы на него тратите. Также они увеличивают стоимость бизнеса, делают его привлекательным для покупателей. Спасибо. Ничего не понял я, конечно. Трата денег, смотри. Ага, Леонид опять купил пару рубашек, еще ремень. Ну, ладно, цена 2000, ну не такая уж большая, ладно. Так, идем дальше. Ну, у меня доход маленький, я хочу что-то увеличить. Доход маленький, алло.
Так, не работайте до последнего часа и не живите на последние деньги. Имейте резерв на случай форс-мажоров. В случае сильной нехватки времени вы не сможете заработать того, что планировали. Спасибо, это я знаю. Так, наличка 108 тысяч. Давай его на депозит положим. Потому что раз, два, три. Если у меня будут деньги лежать в открытую, я боюсь, что их Леонид захочет куда-нибудь потратить. Поэтому я прячу в банк. Не знаю, как это поможет мне. Так, высшее образование. Времени у меня 32 часа. Посмотрим. Ну, можно техническое выбрать, можно гуманитарное. Зачем мне гуманитарное? Давай техническое. Пригодится. Потому что IT, промышленность, карьерный рост. Так, все. Берем. 20 часов. Так, новая дача. Ага, спасибо. Так, что у нас тут еще есть интересно? Недвижимость либо бизнес? По времени у нас 12 часов мало. Давай недвижимость. Средняя точно. Ну, давай среднюю недвижимость посмотрим. Крупную даже смотреть не хочу. Так, офис на первом этаже. Сколько занимает времени? Всего лишь 3 часа, а доход аж 30 тысяч. Так, ваш знакомый риэлтор подсказывает вам хороший бизнес. А, кредит невозможен, да? Отказано в банке? Так, это что у нас получается? На 10 лет 1,5 миллиона мне дадут. А этот стоит 1 800 000. 500, 600, 700, 800. 300 тысяч, если я найду. Если я найду 300 тысяч на депозите у меня есть 300 тысяч? Да, на счету 400 тысяч. Снимаем 300 тысяч. Раз, два, три. 300 тысяч. Снять. Кредиты. Оформить. Есть. И покупаем. Смотри. Да, стоит 1 800 000. Да, дорого. Но доход 30 тысяч. И плюс требуется времени всего лишь 3 часа. Это вообще шикарно. Я таксистом работал. 30 часов тратил времени. А доход был там что-то 2000 рублей, кажется. Ах, беру. Офис на первом этаже. Ваш знакомый риэлтор подсказывает вам хороший офис, сделанный из квартиры. А, из квартиры сделали офис. Все, понятно. Спасибо. Так, смотрим, денежный поток 49. Сколько сейчас будет? Трата денег. Вот этого я боялся. Подавшись на уговоры продавца, вы приобрели себе новую статусную перьевую ручку. За 1500 рублей важный шаг в мире жирных договоров. Да, Леонид, слушай, Леонид, ты меня это удивляешь. Так, ладно, что у нас тут получается? 61 тысяча. Так, проходим. Так, смотри, рекламные щиты у нас дорожают. Круто. Почему я только два щита купил? Купил бы я сразу два или три щита. Так, что у нас тут? Недвижимость средняя. Смотрим. Не хватает налички. О, опять, смотри, офис лофт. Ваш знакомый риэлтор подсказывает вам старое здание фабрики, которое можно переделать и сдавать как модный офис. Цена 2 300 000. Ну, смотри, кредит я не смогу взять. Знаешь почему? 1 800 000 только кредит дают, а мне еще нужно 500 000. И на депозитах у меня только 100. Ладно. Так, ну зато я могу какой-нибудь кредит погасить. Офис на первом этаже 15%. А, нифига, у меня еще кредитов куча, слушай. Давай гасить кредиты. У меня еще куча кредитов, оказывается. Так. Ладно. Так. Они мне денежный поток сжирают, кредиты. Видишь как? Так, значит, что у нас по времени? У нас 9 часов всего лишь. Давай недвижимость. Средняя. Ну, я не потянул. Нет, конечно. 45 тысяч приносит доходы. Всего лишь 1 час. Дуплекс. Вот такой дуплекс я обязательно себе куплю. Жилой дом для двух семей. Стабильный доход от долгосрочной аренды. Обязательно этот дуплекс куплю. Но в следующей серии. Так что подписывайтесь на канал. Ставим лайки. Пишите комментарии, в какую игру дальше поиграть. И, значит, ссылка на плейлист под этим видеороликом будет на все прохождение этой игры. Всем пока-пока. До новых встреч. Да-ду-да-ду-да. Да-ду-да-плей. Ду-да-плей.